Несчастный случай в Урнарском районе. 4 мая 4-летний мальчик выпал из трактора. Отец взял его с собой в кабину машины, когда перевозил удобрения на своем участке. При подъеме трактор начал буксовать, он включил передний мост. В этот момент ребенок случайно задел ручку лобового стекла, заднего лобового стекла, и выпал из трактора, упал на дышло прицепа. Получил черепно-мозговую травму и в больнице скорой помощи в Урнарах скончался. Все документы на трактор у владельца были в порядке. Это выяснили сотрудники Гостехнадзора. Они в мае вместе с полицией и ГИБДД проводят рейды в районы, где проверяют частную технику. Однако соблюдение техники безопасности остается за владельцами. В преддверии весенне-полевых работ многие у нас имеют мотоблоки, хотя техника не поднадзорна органам Гостехнадзора. Но еще раз хочу напомнить, что эта техника предназначена для приусадебного хозяйства. Она продается у нас без прицепа, потом уже владельцы сами каким-то образом начинают там мастерить, и техника, она получается, выезжает на дороги общего пользования. Еще раз напоминаю, ни в коем случае технику нельзя эксплуатировать на дорогах общего пользования, тем более перевозить пассажиров, тем более маленьких детей. Гостехнадзор Чуваши еще раз напоминает неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, охрана труда, берегите себя и берегите близких.